сексом с женщинами с огромной задницей. Если хорошенько подумать, она испытывает здоровое представление о теле. Потому что человек с большим задом, или другими словами, большой булкой. Да. Идем. Пожалуйста, набирай ее у меня. Меня зовут Джек, а тебя? Почему Ричард решил продать квартиру? Обанкротился? Растерял пациента? Подавился собственными усами? Можете не продолжать. Что вы можете нам рассказать о квартире? Все есть бюджетные встречи в сцене. Она очень свежая кухня за гадью. Но вы будете здесь счастливы. Котик. Мы не вместе, мы не пара. Мы не собираемся жить вдвоем. Ясно, извините. Ничего страшного. Тебе это, похоже, сильно оскорбило. Я что, достаточно хорошо тебя? Не будем возвращаться к этому разговору. Посмотри вокруг. Почему я так боюсь этого человека? Претенциозное искусство. Диван настоящего мачо. Хотя всем известно, что он целыми днями плачет из-за того, что Моника предпочла ему настоящего мужчину. Как видишь, он здесь? Знаешь что, квартирка симпатичная, но должен сказать, я не уверен, что смогу здесь жить. Я могу здесь жить. Смотри, какие у него кассеты. Кем он себя возомнил? Сила Магнума, Грязный Гарри или Холодное Сердце. О, Господи, что? Здесь есть кассета с именем Моники. Кассета с именем девушки? Наверняка она не секс. Подожди. Здесь написано Моника. А это квартира Ричарда.